Самые организованные юные патриоты Иваново, всего 500 человек, собрались сегодня в здании областной филармонии, чтобы продемонстрировать, насколько сильно они любят свою страну. Руководители поисковых отрядов, исторических объединений, военно-патриотических клубов делились секретами своей работы, рассказывали, как заинтересовать школьников, научить их уважать родную землю и правильно выбирать профессию. Здесь нет незанятых людей. Юные патриоты всегда что-то созидают и занимаются чем-то полезным для себя и для общества. Для подростков армейский рукопашный бой, основа армейского рукопашного боя, военная история как теория, а для более старших, для увлеченных, вот реконструкция и фестивали, военно-историческое фехтование и так далее.